На следующий день, в воскресенье 19 апреля, в Магадане сотрудники МЧС спасли малышей. Трехлетняя девочка и ее шестилетний брат стояли на подоконнике у окна пятого этажа. В спасательную службу обратились очевидцы. Они сообщили, что дети находятся в опасной ситуации и могут упасть с верхнего этажа пятиэтажки. Мы прибыли на место вызова, там у детей, которые гуляли, выяснили, они, оказывается, видели этих детей в окне, выяснили, в каком окне них видели, поднялись туда, постучали в дверь, дети открыли. Вот, это были два ребенка, 3 и 6 лет, дома они находились одни. Вот, провели с ними воспитательную беседу, попытались взять телефон их родителей, но они не смогли дать его, побеседовали с соседями. Попытались выяснить, не знают ли они, где находятся родители, но соседи тоже толком ничего не сказали. После проведения беседы с малышами и соседями, для выяснения всех обстоятельств, на место были направлены сотрудники полиции. Теперь правоохранительные органы проводят проверку по административному нарушению за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.